Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу показать, как можно сделать скриншоты тремя вариантами на смартфоне Galaxy Note. Вариант первый. Нужно нажать одновременно кнопку под экраном и кнопку выключения смартфона. Сделать это нужно быстро и одновременно. Вот таким образом. Это первый вариант. Не скажу, что он самый удобный, так как момент этот еще нужно научиться ловить. Гораздо проще вариант номер два. Берем палец и проводим им поперек смартфона. Вот этот вариант гораздо легче. Попробуем его на экране с блокировкой. Как видите, прекрасно работает. Это второй вариант, самый легкий. И вариант номер три. Если мы хотим сделать скриншот и сразу его внести какие-то коррективы, мы нажимаем кнопку на стилусе и нажимаем на экран. Делается скриншот, и мы сразу имеем возможность его отредактировать и отправить. Потом нажимаем или сохранить, чтобы добавить изображение в нашу память. Память нашего смартфона, либо отправить через. Тут мы указываем куда и отправляем. Таким образом можно делать скриншоты тремя вариантами. Смартфон Galaxy Note. Спасибо за внимание.